свой шанс, его не упусти и не сдавайся на пути. Успех и слава впереди, смелей к своей мечте иди. Артист, певец и музыкант, открой для зрителей талант. Быть может, несколько минут твою судьбу переверну. Твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сцену покори, сейчас и навсегда. Твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сцену покори, сейчас и навсегда. Активней будь, исполни хит, и птица счастья прилетит. Свои сомнения отбрось, ты здесь всегда желанный гость. Артисту скромность не нужна, тебя узнает вся страна. Зажгись для всех ты как звезда, и не сдавайся никогда. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей праздничной 60-й пиар-вечеринке ТВ Шанс. И сегодня эта юбилейная вечеринка проходит в новом зале этого замечательного заведения Дома приемов и торжеств «Империя». Аплодисменты, друзья! Ну что ж, вечер предстоит у вас праздничный, полный ярких сюрпризов, подарков, друзья. Мы желаем вам отличного настроения, прекрасного вечера. Ну что ж, я хочу раскрыть небольшой сюрприз. Нас ждет еще розыгрыш. О том, какой розыгрыш и что будет за подарки, мы раскроем чуть-чуть позже. Но вот у меня есть такие карточки с вашими именами. Я сейчас опущу их в лототрон, и чуть позже мы раскроем карты, что же, какой будет розыгрыш, что будет разыгрываться, и кто будет счастливым обладателем подарков от наших гостей и партнеров. Дорогие друзья, я рада всех вас приветствовать. И по уже сложившейся традиции я представлю сейчас наших гостей и партнеров. И давайте сразу договоримся, что я надеюсь на ваши аплодисменты громкие. Итак, поехали. Музыкальный лейбл «Сплав слов». Аплодисменты, друзья. Звездный эксперт на радио «Инвента». Певица, композитор, продюсер Елена Сизова. Радио «Стар Файв» в лице Макара Бондаренко. Основатель «Love Production» and Dance Company «Годы» Слана Афанасьева. Аплодисменты, друзья! Певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ирина Метца. Мы еще сегодня ее услышим, я думаю. Концертное агентство и продюсерский центр «Студио SDA» Дана Суркулова. Руководитель Андрей Юрец. Интерьерный художник, декоратор Настя Махида буквально справа от меня. Аплодисменты, друзья. Профессиональная танцовщица, руководитель студии восточного танца Шахерезада Елена Трофимова совсем скоро порадует нас своим замечательным номером. Дизайнер корон Виктория Чуфистова также справа от меня, друзья. Аплодисменты, пожалуйста. Пиар-продюсер, журналист, музыкант Владимир Преображенский. Аплодисменты. От галереи Дрезден в лице Ли Ануфриевой и Маргариты Беренченко. Слева от меня, друзья. Телеканал РЕН-ТВ в лице Вячеслава Климова. Бильярдный клуб «Изумруд». Наталья Старосветская. Очень хорошо, аплодисменты, друзья. Психолог, сексолог Надежда Ковалева. Сегодня тоже еще с ней познакомимся. Режиссер, директор киностудии «Дар Фильм» Мария Дарская. Довольно известное имя, друзья. Аплодисменты. Компания «Марике» в лице наших замечательных девочек-феечек, которые сегодня женщинам наводят красоту. Пожалуйста, подходите, знакомьтесь. Справа от меня. В
Василиса Дворникова, создатель международного экологичного пространства для женщин, в котором обсуждают, но не осуждают, а также усиливают и поддерживают друг друга. Ваши аплодисменты. Дарья Ростовская, владелица мастерской авторских украшений из натуральных камней. Лида Стилист. Аплодисменты, друзья. На нашей сцене совсем скоро появится наш гость, пиар-продюсер, журналист, музыкант, актер, автор и продюсер фестиваля «Бархатное подполье», лидер рок-группы «Бостонское чаепитие», человек, задающий тренды в субкультурной жизни России, создатель таких необычных мероприятий, как кабаре-шоу «Бархатное подполье», вечеринка «Абсента», иммерсивное квест-шоу «Поиграем в декаданс», театр реальной эротики и другие, обладатель наград «Лучший арт-директор года», «Продюсер года» и многих-многих других наград Владимир Преображенский. Я вас всех приветствую, дамы и господа. Добрый день, и я поздравляю ТВ «Шанс» с этим замечательным юбилеем. 60 – это звучит гордо. И желаю всем собравшимся, всем артистам, всем творческим людям, которые присутствуют здесь, которые сотрудничают с ТВ-шансом и вообще, которые живут в нашем замечательном городе, который отмечает также юбилей, ваши аплодисменты здесь должны быть по сценарию. Я желаю всем, чтобы ваши шансы воплощались в реальные проекты, чтобы вдохновение вас не покидало, и чтобы окружающая действительность способствовала тому, чтобы вы их воплощали в жизнь, создавая настоящие шедевры. И я, пользуясь случаем, всех приглашаю 5-6 ноября в Москве пройдет первый фестиваль эзотерики и самопознания «Ведаю путь». Невероятная программа на 2 дня. Будут эзотерики, экстрасенсы, шаманы, ясновидящие и многие-многие интересные люди. Также будет, опять же, концертная программа, где вы можете принять участие. Если вас заинтересовало, ищите в соцсетях, в интернете, обращайтесь ко мне. Хорошего вечера и в добрый путь. Спасибо! Спасибо огромное, Владимир Преображенский. Специально сегодня приехал к нам в гости. Спасибо огромное всем нашим гостям за то, что нашли время и сегодня смогли приехать к нам на пиар-проект. А на нашу сцену приглашаю нашего гостя, режиссера, директора киностудии «Дарфильм» Марию Дарскую. Давайте поприветствуем. Друзья, добрый вечер. Я рада, что сегодня нахожусь на этом замечательном мероприятии. Мы давно сотрудничаем с Александром. И я желаю этого шансу еще много-много лет классных творческих проектов, объединения вот таких светлых, креативных, невероятно позитивных людей. Давайте объединяться и снимать кино, делать какие-то творческие невероятные проекты. У нас 18 сентября будет интересное мероприятие, тоже и съемка, и модельный показ. Все вместе. Обращайтесь, подскажу, как туда попасть. Можно стать уже звездой большого экрана, можно так сказать. Вот. И я вообще всех приглашаю творческих людей, музыкантов, певцов, танцоров. Если вы хотите проявить себя в кино, то мы можем творить вместе какие-то новые проекты, какие-то сериалы, фильмы, все что угодно. И плюс к этому еще хочу сказать, что я начала недавно сотрудничать с новым приложением компании «Росграм». И там тоже очень много интересных вариантов для творческих людей, для людей, которые хотят себя проявить и придумать какие-то новые формы самовыражения. Обращайтесь, все расскажу. Там очень много вариантов. Вы можете стать амбассадором этого бренда и тоже заявить о себе на большую историю. Спасибо большое всем. Мария, спасибо огромное вам. Режиссер Мария Дарская, друзья. Друзья, мы хотим предоставить слово нашей гости, от которой сегодня будет очень приятный сюрприз. На эту сцену под ваши аплодисменты приглашаю продюсера Елену Сизову. Елена, пожалуйста. Привет, привет, друзья. Сегодня очень здесь жарко и тесно.
и круто. И это самое главное. Когда в зале нет места, это самый первый признак того, что 60-я вечеринка удалась. Вы согласны со мной? Супер, супер. Ну что же, в правом нижнем углу вы видите замечательный лототрон, который стоит и ждет своего часа. Когда вы регистрировались сегодня на эту вечеринку, то каждый из вас писал на моей визитке свое имя. Как думаете, почему? Ну, наверное, потому что потом, в конце вечера, лототрон будет заполняться вашими именами, да, на этих визитках написаны ваши имена. И сегодня я разыграю сертификат, кстати сказать, он упал, и на счастье стекло разбилось, да, здесь должно быть красивое стеклышко, которое блестит под камерами, но его нет, да, вот так, да. И сегодня я разыграю сертификат на съемку клипа от компании Sizzos Productions. Это моя компания. Я делаю артистов под ключ, я работаю с артистами кино, я делаю имидж, я делаю... Что я делаю? Да много еще я делаю, собственно говоря. Пишу музыку, пишу стихи, и сегодня я представлю свою артистку, своего продюсерского центра. А сертификат на съемку клипа мы разыграем онлайн прямо сегодня в зале на 1000 евро. Итак, друзья, обращайтесь, пожалуйста. Мои песни звучат на радио, протащу и вас. Знаю, как это делается. Если вы артисты, пишете музыку, обращайтесь, всегда поможем. Артист под ключ, Sizzos Production! Друзья, ну а на нашу сцену я приглашаю нашего партнера, компанию, которая занимается обучением вокалу, хореографии, как вы знаете, является объединяющим центром для артистов и различных других специалистов. Имеет опыт проведения таких проектов, как вокальный конкурс «Музыкальный ринг», конкурс «Красоты 30+», «Таланты у микрофона» и «Голос Евразии Арген». Встречаем Дану Суркулову под ваши бурные аплодисменты. Добрый вечер. Я, пользуясь случаем, хочу прежде всего еще раз поблагодарить компанию ТВ «Шанс» и поздравить их с юбилеем. От вас исходит тепло, я говорила с вами, и я очень рада, что вы всегда дарите вам этот праздник. Сегодня мне посчастливилось представить очень красивую, замечательную, талантливую певицу. Кстати, хочу подчеркнуть, что она у нас начинала участвовать в музыкальном битве еще в 2019 году. Вот. И рада, что в 2021 году вместе со мной она была лицом нашего проекта, международного проекта «Голос Евразии». Итак, я представляю сегодня девушку, чьи песни сегодня ротируются на многих радиостанциях, чьи песни действительно оценили по достоинству. И сегодня как раз состоится премьера новой песни, которая быстро набирает обороты, и я чему безумно рада. Я думаю, вместе с нами и вы порадуетесь. А также недавно вышел клип. Я думаю, что я смогу бросить в соцсети, где вы можете уже более подробно ознакомиться. Дорогие друзья, на нашей сцене наш гость, представитель арт-галереи Дрезден, Лия Ануфриева. Давайте поприветствуем. Всем добрый вечер. Благодарим телеканал «Шанс» за такую уникальную возможность рассказать о нашей галерее «Дрезден», которая находится в Гостином дворе, одна из старейших галерей, буквально 300 метров от Кремля. Мы выставляем и молодых, и именитых художников, скульпторов, творцов различных направлений. У нас проходят разные мероприятия, творческие встречи и такого же масштаба, как здесь. Рады новым людям, новым творцам, музыкантам, поэтам. Также дизайнерам. Да. И также у нас представлен
шоу-рум дизайнеров. Этим как раз занимается моя коллега Марго Миринченко. Расскажешь пару слов? Коротенько, минут на 40. Да, у нас на втором этаже галереи представлен шоу-рум российских дизайнеров. Более 12 человек, как тоже начинающих, так и уже состоявшихся. Мы всех приглашаем мерить эти уникальные авторские вещи в единственном экземпляре, а также можно получить консультацию стилиста. Но Марго немножко волнуется, не мерить, друзья, не мерить, приобретать и поддерживать отечественного производителя. Совершенно согласна. А сейчас мы хотим на эту сцену пригласить нашего доброго друга, надежного партнера, нашего информационного партнера Александра Юрьевича Надежного. И от всей души вручить ему подарок. Как же без этого? А меня вот так слышно, да? Отлично, а то неудобно держать. Уважаемый Александр Юрьевич, я очень знаю, что вам понравилось мое творчество. Вы неоднократно на это обращали внимание, будучи у нас в галерее. И я, пользуюсь таким случаем, хочу вам вручить ваш персональный блокнот удачи, чтобы предстоящий год был звездным для вас. Спасибо вам. Вашу поддержку. Все пожелания Ли всегда сбываются. Такие же блокноты можно заказать. Такие же блокноты, да, можно заказать в галерее. Да, серединка, девушка, согласны. Вот. Подходите, пожалуйста, к нашему столику. Будем рады новым знакомствам и новому сотрудничеству. Всем удачи. Приходите в галерею. Спасибо огромное, наши друзья и партнеры Арт-галерея Дрезден. Ваши аплодисменты. На сцену приглашаю наших партнеров, наших гостей, эксперта звездного радио «Инвента» Любовь Ацина и Зоя Лобарева. Давайте поприветствуем. Всем добрый вечер. Наконец-то мы снова здесь с вами. Большое спасибо, что Александр Надежный нас пригласил и не оставил без внимания. Наше радио, экспертное радио, то радио, которое выводит людей на большую сцену, это радио «Инвента». Мы проводим эфиры, интервью с известными очень людьми, которые увидите на голубом экране, весь шоу-бизнес. Если вы хотите поучаствовать у нас, вы можете прийти, мы расскажем о вас, этому миру. И я говорю, что многие потом выходят и поют уже на больших сценах. Вот. Вы можете потом к нам подойти, у нас есть также и сайты, подписаться и участвовать. Будем очень-очень вам рады. Большое спасибо. И вот эти сертификаты. Хочу вручить первый сертификат, 50% скидка «Титанита». Где она? Это сертификат тебе на участие в эфире, интервью. Я радиоведущая Зоя. Меня зовут Любовь, а это Зоя, радиоведущая, да. Встретимся, поговорим. Все, спасибо большое всем. Спасибо огромное нашим гостям. Я хотела бы на сцену пригласить Наталью Бантер. Мы с опозданием хотим вручить сертификат на наш эфир, на радио «Инвента». Огромное вам спасибо за ваше творчество. Вы только начинаете. Вам творческих успехов и достижения новых вершин. Сертификат на 50%. Спасибо вам огромное, вам благодарна очень сильно. Люблю всех! Ура! Зажигайте всегда! Спасибо! Друзья, я хочу вам представить еще одного замечательного нашего партнера, интерьерного художника и декоратора Настю Макита. Вот буквально справа от сцены находится стол с совершенно невероятными украшениями, ручной работы, украшениями, картинами и другими изделиями, которые Настя сделала своими ручками. Благодарю. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рада, что сегодня оказалась в вашей компании. Благодарю Александра за приглашение. Желаю процветания вашему проекту. Пусть еще будет много-много юбилеев впереди. Я хочу представить еще раз. Я интерьерная художница. Я пишу картины на заказ. Индивидуальный интерьер по вашим
музыкальным заказом, даже с учетом вашего характера. Кроме того, я создаю различные украшения, бутафорию для фотосессий. В общем, всякие интересные штучки, если вдруг у вас есть мысли, идеи создать что-то уникальное, добро пожаловать, я помогу воплотить любые ваши мечты. А также делаю подарки ко всем праздникам, тематические, запасные стволы, свечи, гипсовые фигурки. В общем, много-много всего интересного, подходите и увидите сами. Кроме того, я очень люблю людей, люблю обмен энергией, поэтому я организую арт-вечеринки. Не только арт-девишники, но и... В общем, приглашаю всех, и мужчин, и женщин, и с детками провожу занятия. Поэтому сегодня я хочу подарить от себя сертификат на арт-девишник. Поскольку я очень творческая личность, в детстве я очень любила танцевать, и сегодня меня просто покорила Элен. Если она меня слышит, я очень хочу познакомиться поближе и дарю сертификат на арт-девишник. Можно раскрыть и смотреть. Приглашаю вас, может быть, даже с кем-то еще из вашей школы танцевали, да? Прекрасно. Ой, будем рады видеть ваших девочек. А еще очень талантливая певица меня сегодня задела за живое. Наталья Лакова, слышит меня? Вот как раз в такой уютной обстановке мы с вами встретимся на арт-девишнике. Пожалуйста. Мне просто очень понравилось ваше выступление. Хочу с вами познакомиться поближе. Спасибо. Спасибо огромное. Подходите к моему столу, посмотрите, пожалуйста. Может быть, что-то для себя отметите интересно. Спасибо. Спасибо вам, Анастасия Мохито. Друзья, давайте скажем спасибо нашими аплодисментами, нашей замечательной гости. Друзья, как вы уже заметили, сегодня на нашей юбилейной вечеринке у нас много новых гостей. И с удовольствием представляю вам психолога-сексолога Надежду Ковалеву. Давайте также поприветствуем бурными аплодисментами. Хотела бы вам сегодня рассказать, для чего вообще мы существуем. Для чего вообще существуют семейные психологи-сексологи? Чаще всего мы встречаем в интернете или еще где-то какое-то личное мнение какого-то специалиста, какая-то загадочная цель, идея, совет. Мы им воспользуемся и возвращаемся обратно туда, с чего мы начинаем. Чаще всего мы обращаемся к психологу, потому что мы зашли в тупик, потому что мы не понимаем, что нам делать, как это сделать, что же нам нужно сделать. Я помогу вам добиться результата. Я помогу вам с помощью простых, легких слов понять, что же происходит, почему это так происходит, почему мы пришли в эту ситуацию. Вы сможете увидеть себя в будущем только благодаря тому, что я отправлю вас в прошлое. Вы обратите внимание на свой опыт, на свои ошибки, на свой результат. И с помощью этого вы увидите, какие вы можете быть в будущем, ответственные, что вы хотите, как вы хотите. Независимо от того, как на вас посмотрят, что о вас подумают, без разницы. Главное захотеть и знать, что вы хотите. С удовольствием проведу консультации. Я была очень рада и благодарна вам и вашему вниманию. Всем спасибо. Прекрасного вечера. Спасибо. Надежде получаем благодарность от телеканала «Горожанс». Спасибо. На сцену приглашаю нашего еще одного харизматичного гостя, представителя телеканала НТВ Вячеслава Климова, который нам расскажет что-то очень интересное про истоки цивилизации. Добрый день, уважаемые гости телеканала «ТВ Шанс». В отличие от предыдущих выступающих, я не пою и не показываю какие-то номера, но хочу сказать, что я представляю телеканал, который снимает фильмы о самом таинственном, загадочном и непознанном. Самые шокирующие гипотезы. Телеканал дает телезрителям достаточно широкое освещение тем, которые сейчас волнуют людей. От древних цивилизаций до инопланетных уфологических объектов.
от, скажем, от строительства пирамид до каких-то проектов будущего. И я хотел бы вот пригласить вас, мы начинаем с нашими партнерами, с нашими друзьями в галерее Дрезден, вот девчата тут как раз представляли. У нас будет проходить целый месяц проект «Русская матрица», где будут даны, где будут проходить встречи с известными людьми-исследователями, с предоставлением различного рода артефактов, которые были найдены в экспедициях. И там будут представлены музейные экспонаты, которые никто никогда не видел, но которых очень многих смогут заинтересовать. О том, какая была наша истинная история, о том, что происходило и что умалчивает официальная наука. Итак, начиная со следующих выходных, практически каждый месяц у нас будут проходить встречи, будет организована выставка музей артефактов из различных концов мира, в том числе из Южной Америки, из Индии, из России, само собой, разумеется. И мы приглашаем вас посетить нас, приходите в гости. Пожалуйста, вот эти вот листочки, вот арт-галерея Дрезден, это гостиный двор. Вы можете вот там вот на том столике взять и прийти к нам в гости. Пообщаемся, попьем чая, обсудим интересные вещи. Спасибо большое за внимание. Я приглашаю на эту сцену замечательного юного дизайнера, прекрасных корон, которые сегодня тоже вы все видели. Кто не видел, можете подойти посмотреть. Вот справа, по правую руку от меня расположен стол с красивейшими просто изделиями, которые наша юный наш дизайнер Вика Чуфистова, Вика, проходи ко мне сюда, которые она все сделала сама, своими замечательными руками. И пару слов еще скажу, Вика, позволишь, да, мне просто, чем я тебе передам микрофон. Тори – это бренд роскоши, стиля и грации. Все элементы и детали изделия крепятся вручную. Каждое украшение выполнено со вкусом и авторской задумкой. Бренд Тори сотрудничает со многими конкурсами красоты и журналами, является партнером многих мероприятий и проектов. Короны от юного дизайнера регулярно участвуют на самых престижных неделях моды, таких как Шапо, Moscow Fashion Week, Estet Fashion Week и многие другие. С участием корон Тори проводятся не только показы, но и фотосессии, видеосъемки и ТВ-проекты. Здравствуйте, меня зовут Виктория Чуфистова. У меня свой бренд корон, украшений, названием Тори. Я приглашаю всех прийти к столу, посмотреть, сфотографироваться и, может быть, что-то приобрести. Сегодня для всех гостей действует скидка 20%. Большое спасибо. Скажи мне, сколько ты уже лет занимаешься коронами? Если посчитать, то 5. Да, 5 лет. Я помню, когда Вика была совсем маленькой девочкой, и вот как она выросла, и выросла ее коллекция. Так что, Вик, мы тебе желаем успехов, мы очень тебя любим. Наш край всегда рад тебя видеть. Успехов, успехов тебе. Спасибо. И удачи. Спасибо. А мы продолжаем. Так, друзья, ну что ж, наша программа подошла к концу. Сегодняшняя НАТО, наша 60-я, первая вечеринка ТВ-шанс, плавно подошла к своему завершению. И огромное спасибо всем, кто сегодня был с нами, нашим гостям, артистам, участникам. Давайте похлопаем моим соведущим Лене Кошкиной, Вере Аметистовой. С вами была Ася Вечер, Наталья Нейн. Будем рады видеть вас вновь. Приезжайте к нам, будет... Я надеюсь, еще много наших вечеринок. Ну что ж, друзья, спасибо огромное всем. Аплодисменты нашей съемочной группы, нашим звукорежиссерам. И, конечно, этому замечательному дому приемов торжеств «Империя». Спасибо, до новых встреч.